Так, всем добрый день. Сегодня мы будем модернизировать ноутбук Toshiba. Достаточно старой модели, 2008 года выпуска. Модель. Носит название Toshiba Satellite A200-23U. Основные характеристики — это интеловский Core Centrino стоит T7500, дальше 2 гигабайта памяти в дуал режиме, то есть по 1 гигабайту в каждом слоте, дальше 200 гигабайт жесткий диск. Причем тут сериал ATA первая версия. Так, 15-дюймовый экран, 15.4. Ну и все остальные сопутствующие характеристики, такие как модем. Что такое модем? Наверное, уже все забыли. Дальше с интернет-подключением. Тут нету HDMI выхода, единственный выход — это VGA. Так, ну и как мы будем его модернизировать? Будем модернизировать следующим образом. Ну, во-первых, давайте посмотрим на характеристики данного ноутбука более подробно в соответствующем программном обеспечении. Итак, смотрим. Итак, вот у нас технические характеристики. То есть стоит Windows Vista Home Premium. Мы заменим на Windows 7 Pro либо 10 Pro лицензионную, соответственно. Даны здесь характеристики, то есть Intel Core 2 Duo T7500 на 2,2 ГГц. Ну и память 2 ГБ, будем менять ее на 4 ГБ. 32-разрядная система, будем менять на 64-разрядную систему. Итак, давайте более подробно рассмотрим характеристики в программке KPU-Z, то есть процессор, который стоит на данный момент, кэш различного уровня, материнская плата, дальше память 2 гигабайта DDR2 с расширением до 4. Так, ну и слоты памяти Kimoda, первая и вторая. Ну и графическая плата по обработке графического изображения на 512 мегабайт данного производителя. Так, ну и как видим, графические характеристики представлены здесь. Так, дальше аппаратное ускорение, то есть у нас на 512 мегабайт, расширение, если у вас 2 гигабайта памяти, до 1279. Так, ну и в настоящее время, то есть поддерживает Full HD на внешнем мониторе. Давайте еще раз рассмотрим технические характеристики при помощи AIDI64, что из себя представляет ноутбук. Так, основные здесь посмотрим. Дальше электропитание, ну и датчики температур. Так, давайте рассмотрим системную плату, центральный процессор, дальше какие он протоколы поддерживает. Системная плата, то есть материнская память. То есть, как говорил, здесь два модуля стоит. Первый и второй. Так, чипсет.
Так, чипсет. Как мы видим, поддерживает следующие виды памяти. Даже он поддерживает память DDR2-800. Ну и максимальное количество 4 гигабайта. Ну и BIOS. Так, посмотрели мы характеристики, то есть, которые я чуть ранее объявил при представлении данного ноутбука. Ну и посмотрели мы соответствующие характеристики в программном обеспечении. Итак, предстоит нелегкое дело модернизации данного ноутбука, ну и посмотреть, как ведут в этом ноутбуке некоторые составные новые части. А именно, мы будем менять память с 2 до 4 гигабайт. Дальше мы будем менять жесткий диск. То есть на место сейчас основного, где стоит операционная система, простого жесткого диска будем ставить твердотельный накопитель. Посмотрим, как он себя ведет. Так, ну а вместо CD-привода поставим так называемый OptiBay соответствующего разъема подключения для того, чтобы установить либо существующий жесткий диск в этот OptiBay и убрать DVD-привод, DVD-CD-ROM. Либо есть еще один жесткий диск с прошлой модернизации на 400 гигабайт. Здесь стоит на 200 в нем. Поставим его. То есть здесь, когда мы переворачивали, вы видели вторую крышку для второго жесткого диска. Но отсек-то есть, но не распаянная. Соответствующий разъем подключения сериала ТА. Так, ну и давайте посмотрим те части, с которыми мы столкнемся при модернизации. Это, во-первых, память Samsung на 4 гигабайта, две планки по 2 гигабайта. Дальше поставим твердотельный накопитель. Ну и заменим систему, где стоит Windows Vista. Поставим новую систему, либо Windows 7 64-разрядную. Процессор и архитектура поддерживают. Ну, либо Windows 10 лицензионную. Посмотрим. Так, ну и еще одна часть, это вот переходник, который тоже разместится в этом ноутбуке для установки вместо DVD-ROM-а соответствующий в него жесткий диск, либо непосредственно из этого ноутбука, либо из прошлой модернизации, это тоже был Toshiba Satellite P300-226. Там стоял диск на 400 гигабайт. То есть посмотрим и поставим. Так, ну на данном моменте видео я с вами прощаюсь. Ну и дальше будут отдельные видео по каждому составляющему. Как мы будем менять память, твердотельный накопитель и ставить вместо DVD-ROM-а OptiBay, так называемый переходник для установки жесткого диска. А сейчас всем спасибо за внимание. До следующего видео первой модернизации памяти. Удачных всем модернизаций, покупок, ну и до свидания.